Короче, запомни, наши кеды вот такими. Больше мы их после Москвы такими не увидим никогда. Короче, поехали. Полетели. Нет, автобус уезжает. Смотри, Сёма, мы опоздали. Мы опоздали. Вот следующий. Троллейбус горит, да и хуй с ним. У меня осталось две поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. У меня есть еще одна поездка. А что такое под ногами белое? Ты хочешь сказать, что ты как будто снег никогда не видел? Да не, ну. Прям чистый сочинец. Не-не, да, озаченел. Там мало места. Это все. Есть картина. Класс, вообще песня. Чего, давай утепляемся и валим. Времени нет. Так, все, нам туда. Смотри, как круто. Мы ее нашли. Первое задание выполнено. Первая часть квеста пройдена, мы дошли. Подожди. Ну че? Мы опять даже раньше калаша пришли. Да. Че, давай калашу зайдем. Ну че ты где? У меня 8 минут, 7 минут осталось. Да, мы пешком дошли быстрее, получается. Так у вас там рядом костишка. Ну, да? Короче, мы на локации. Отлично, 7 минут я буду. Я считаю, это мини-победа. Глухар тоже опаздывают. Но они вообще из Омска едут. Пойдем, я тебя переоденю. Сказали, что сайдмастерс не котируется. Дарксайд выдали. Ну, спасибо, Дарксайд, за одежду. Ну, как вы можете видеть перед вами, перед всеми, у нас потихонечку прогревается наш кальян. Первый день в Москве, супер заработал. Короче, очень приятно. Сойдем, да. Я тебя передену. Да. Это все большой план по отжатию кофт Сайдмастерс. Они не знают, где их купить, а вот вы можете знать. Все правильно? На Озоне. Новый? Много поверни. Супер. Все, бомба. О, Озон работает. Да, Озон работает. Все, план такой. Так. У нас нет мест в машине, поэтому ты едешь с организаторами загонять суп. Но может быть мы договоримся, чтобы ты ездил в багажнике. Надо договориться, чтобы я был хотя бы в багажнике. Шок-контент. Калаш и кальян. Черная смородина. Мне здесь охеренно закатывает ароматика черной смородины. За мной какая-то лютая суета, которую организовал Darkside. Мы здесь, чтобы поучаствовать в конкурсе, в квесте, пройти квест и обязательно победить. А квест приурочен к выходу новой линейки Darkside Experience. Представлены очень много вкусов разных, и мы сейчас все их попробуем, определим вкус, который нам понравился больше всех, и ждем начала квеста. Надеюсь, будет очень весело и очень прикольно. Спасибо, Darkside, за то, что пригласили. Мне кажется, вот правильные машины. О, М-ка, брат. О, стой, прикол. Дай ключ от Супры. Сейчас она будет резко Toyota. Снимай заднюю крышку. Держи. А что изменится-то? А, о, это коллаборация века. М-ка Toyota. Сейчас, у меня руки кривые, но она должна подойти. Он просто начал что-то делать и все сломал. Давай. Как хорошо, когда у тебя есть команда Sidemasters. Ты поломал, они починили. Короче, вот, смотрим сюда. BMW, Toyota, M-ка. Короче, они там уже что-то распределяются. Кто навигация, кто дополнительное задание, кто что. Я считаю, что мы добрались до сюда и уже все. Наши квесты выполнены. Вот же они. А электричка не в ту сторону пошла в этот раз. Здравствуйте. Да,
Здравствуйте. Человек с камерой. На самом деле это человек, это не просто камера ходит, это человек. Главный вопрос. Главный человек. Я вас прошу немножечко внимания. Брифинг, брифинг. Ну что, всем еще раз привет. Мы начинаем наш Dark Side Day X. Давайте чуть уровень шума поднимем сегодня здесь. Что, у нас сегодня все просто. У нас сегодня 7 команд, одна команда победителей и очень крутой авто-кальянный квест, я бы так сказал. Это не гонки. У каждой команды есть свой маршрут, в котором есть определенное количество точек, которые нужно пройти последовательно, в той последовательности, в которой они есть. Терять время. Сложно. Думать надо. Мы никогда такого не делали. Я думал, гонять надо. Дрифтовать на марке я умею только, и все. Похлопаем. Начинаем. А вы кто-нибудь в квестах вообще участвовали? Ни разу. Никогда. Никогда. Мы из Сочи. У вас там квестов нет? Я из Москвы, но я как бы тоже не участвовал. Квест доехать из Адлера в Сочи. Вам нужно найти таких 16 рамочек и просветить их ультрафиолетовым фонарем. Там вы найдете какие-то слова, подсказки, цифры, которые вы в очередности впишете сюда. И решите логическую задачу таким образом, что два слова образуют одно, и вам нужно назвать нам тихо, желательно на ушко, финальное вот это слово, которое получится вот здесь. Сразу подсказка, отсюда находится только на втором этаже. Ниже можно не спускаться. Это здесь, это первое задание здесь. Фонарик, фонарик, фонарик. Как только вы решаете называть правильное слово, даем вам следующий адрес. Все, принято. Есть 10 и 13. Черная колба. Тише ты. Так, вот, я давай. Пошел искать. Давай. 10 черная, 13 колба. Все. Сзади уже спиздил. Дальше уже надо идти куда-то. 8 дерево, пишите. 12 топор, 14 топор. О, 14. Я тут. Первая селедка. Селедка. У нас отличная команда собирается. Один умеет бегать, второй умеет писать. Класс. Калаш пропал. Он такой, так, сейчас биток с Америки, кому надо? У нас уже почти дохуя есть, что-то стреляет уже. Ладно, меня вооружили фонариком и камерой. Друзья, проверьте, что у вас в руках ваши маршрутные листы, пожалуйста. Да? Бля, мы настоящий водитель, у нас маршрутные листы есть. Скоро будем соляру пиздить. А здесь что у нас? Итак, это верно. Такая у вас команда. Познакомились с автомобилем. Калаш, запускай. Запускай. Фоткаться надо. Хорошо. Вот же они. Только один, ну ладно. Блядь, гелик ходи, сука, там рот ебал. У-ху! 100% на аукционе битых авто увидим. Тут есть синяя изолента. Блокировка спинки. Бля, уже ошибки полетели. Калаш, давай уже, ехай. О, оффроуд. А там вам впритык вообще. И сзади впритык. Мы не можем выехать. Это какая-то подстава. Мне кажется, гелику подыграли. Да. Кто так паркует? Сигналим. Кто так паркуется? Вообще кардинальные проблемы. Тарань. Знаешь, в чем фишка? Пока, короче, гоу-харт не выйдет, будет никто не выйдет. Гоу-харт всех подставил. A few hours later. Калаш крутил руль. Ох, близко было. Пошла! Пошла! Навигатор есть? Да. Вау! Может, бонусное задание пока что выполним? Да у нас есть в целом сейчас задание, на точку едем. Понимание, какое бонусное задание? Бонусное задание будет просто какая-то загадка. А, Дива, пока едем на точку, можем отгадывать бонус? Да, я думаю, сколько нам ехать до точки? 25 минут. Давай, успеем. Ты что наделал? Все сломалось, да? Все сломалось. Верни, как было. Подожди, стой. Все, не двигай меня. Тихо, у меня тут колени очень близко. Ты там сам подвигай. Я тыкаю, оно что-то не работает. Не работает? Реально? Сейчас я разберусь. Все. БМВ сломалось! Заднее правое сиденье не зафиксировано. Зафиксируйся. И куда его... да. Все, есть. Вот, короче, видос. Надо отгадать, что за город, походу. Киберпанк очень похож. Да все, рули. Смотреть, сам хотел телефон водить, он не отвлекайте меня. Ну все, какой 7-й приглядная тачка оказывается. Он Алькантара. Пизду задание, пацаны. Че, в кальянку едем?
Я смотрю, раз видос, ничего. Звери южные. Как Ингель тоже исчезла? Да ладно, что ты ноешь? Нормальная тачка у нас. Охуенная. Не танк и хорошо. Привет, Гухард. Там что-то умное происходит, но нас это не касается. Я тоже, если честно, рот ебал этой хуйни. Поэтому три сочинских типа взяли двух московских, чтобы они... Чтобы покататься на X7 с кайфом по Москве. Блин. Просто от одной кальянки в другую кальянку взяли их сам огонять. Короче, тогда мы выигрываем, забираем плойку себе. А они так нас просто покатают, мы все решим. Нам нет, надо, нужна плойка. Шеф, сиди с дорогой, пожалуйста. Разберемся. Разберемся. Кидать тоже неправильно. А что это, куда этот длинный делся? Я здесь. Он? Нет, я про это, оператор. Про сочинского. А, да, он это, в оффроуд ушел. А, это. Короче, вложу в курс дела. Первый день в Москве. Меня куда-то отвезли. Привет. Семен, смотри, вот видишь, вывеска горит справа. Ага, вот прям туда вот нужно подъехать. Машину заберут и отвезут. А, ясно. Напротив, все, вот прям туда. Все, окей. Я думал, на супе покатаюсь. Получается, не покатаюсь. Блин, почему кожа такой-то тесный? Я бы выжил. Передачу снял. Так, греем машину. Сразу нельзя трогаться. Спасибо калашу за заряженный телефон. Все, газ по вас. Семен, я вас оставляю вместе, дальше разберетесь. Понял. Вот покажет, куда, соответственно, потом ее завозить. А можно что-то рассказать? Так, что, у нас сегодня день рождения Дарксайда. Происходит оно в Иллскилл. Сейчас мы едем супру мыть. Помоем и поднимем ее на второй этаж к второй супре. Как тебе супра? Блин, слушай, пушка. Всегда хотел оказаться на этом месте. После того, как посмотрел ролики калаша, как они по Сочи раздают. Блин, очень круто получил. Крутой проект. Так, нам выходить, да? Три фазы. Три фазы? Что-то на богатом. В общем, мы провели экспертизу. Александр за 40 секунд нажал ланч и появилась скорость. Соответственно, мы отгадали наш ответ скорость. Отлично. Получилось? Правильно? А что по городам? Я жду, вы знакомы. Давай, подожди. Заочно. Какой город? Родной город? Сочи. Ой, тут у меня? У меня Бендера, Тирасполь. Давай. Город Саранск, Республика Мордовия. Город Владимир. Иваново, но жил в Сочи тоже. Всех знаю, этих сайт-мастерсов. Ну и Урал, ЕКБ в целом. Все собрались. Так, мы приехали на локацию, но здесь какой-то магазин. О, здесь какая-то суета. Да, о, экспириенс, смотри. О. Опа. Лёмонта. Всем привет. Очень хочется задать вам важный вопрос. Как ваше настроение? Великолепно. Отлично. Сейчас постараемся сделать его еще более великолепно. А, смотрите, где мы сейчас находимся? Шиномонтаж. Шиномонтаже. Хорошо. Кальянка, шиномонтаж. У всех же есть это? Да. Да. И он имеет свойство ломаться. Частенько ли вы бывали в автосервисе и так далее и тому подобное? А если держим в автосервисе? Каждый день, да? Тогда вообще. А, собственно говоря, знаете свою машину, по сути, до детальки. И нам требуется ваша помощь. Смотрите, сейчас задача будет максимально простяцкая. Это сложить его, правильно? Но складывать мы будем не просто так, потому что это было бы неинтересно. Смотрите, ваша задача вытянуть одну карту. Давайте, любую, абсолютно любую. Что же там? Давайте по очереди. Свободный игрок. Свободный игрок. А вы свободны, делайте что хотите, ведь вашим действиям ничего не препятствует. Ну, классно. Фартовый. Ваш попрошу зачитать. У меня стоп эмоции, забудьте о мимике, сейчас маска скроет все ваши эмоции. Прошу, масочка. Ни слова больше. Молчание. С этого момента вы не можете общаться с командой. Наденьте респиратор. В общем, так что не говорим. У вас тишина. Вы что-то сказали, теперь вы не можете услышать своих партнеров. Наденьте наушники, наслаждайтесь музыкой. А у меня черная перчатка. Теперь вы можете действовать только той рукой, на которой надета черная перчатка. А, смотрите, у нас есть 4 стороны. Ваша задача распределиться. Как вы распределяетесь, решайте сами. На это у вас буквально 30 секунд. Итак, друзья, на выполнение этого задания у вас будет ровно 10 минут. Чем вы быстрее справитесь с заданием, тем баллов вы получите больше. Поэтому старайтесь не тупить и делать все. Но если кто-то сойдет с коврика, у того будет штрафные 30 секунд, которые они не смогут вообще ничего делать и никак помогать своей команде. Ну что, да, старт, внимание, марш, поехали! Поехали! Не важно. Колесо. Зад. Перед. Где зад? Перед. Ай-яй-яй-яй-яй. У тебя перед.
30 секунд. У меня перегиб. Человек, когда молчит, получаешь на 30 секунд. И ничего не делает. Абсолютно ничего не делает сейчас. Еще накажем. Еще накажем. Итак, друзья, минуты. Что, кальян есть, да, у вас, ребят, да? Все нормально? Штучки здесь можно. О, а вот это прикольный кальян. А водичка есть у вас? Блин, нет, надо вот этот центр заполнить просто как-то. Блин. А ты все решил не помогать своей команде? Все, все, я. Серьезно. А подожди, а можешь запрыгивать на эту штуку? Не, не, только на стороне. Сколько, друзья, 3 минуты до зайти. И-ё! Автомобиль собран! Займайся с 3 минуты! Все, все, можно снять маски. Кто управляет? 4 минуты справились, но и год! Еще хватит Елтыш уже вот это. Елтыш, Елтыш. Ладно, как там эта собака сутулая? Тут говорят, кстати, А6 продают. 3 литра дизель. А, 3 литра дизель, все, я понял. Короче, едем на следующую локацию. Что, долго ехать? 15 минут. 15 минут. Как тебе наша командная работа? Охрененно, мне очень понравилось. Я ничего не делал, вы все сделали. И как я люблю, в принципе. В принципе, как это должно работать. Я всегда путаю педали, а все остальные делают другие задачи. Это что у вас за тюнинг? А можно это вообще показать? Давай тебе покажу, расскажу. Я просто пацанов не знаю, они там вообще снимут, нет, но... На обвес у нас приехал мультивэн, оригинальный АБТ-обвес, оригинальные диски. Такой тоже прикольный проект, особенно для семейной тачки. Прям владелец решил заморочиться. Семерка в полной поклейку кузова в матовый путь. Полиуретан, по салону там детальки полировали и все вроде бы. Ну и там гелик на оклейку, и BMW 4 тоже на оклейку и покраску. Покрасили суппорта в такой яркий цвет, прикольный для BMW. А в аях на переклейку заднего бампера и на оклейку оптики. Достаточно специфичная машина, на самом деле. Я не ожидал такого уровня на фаршированности автомобиля, если честно. Прям круто, реально лайк. Китайцы молодцы, постарались. Бентли на полную переклейку кузова стоит, ждет своей очереди. И там еще одна интересная тачка есть. Мини Купер. Один из первых миников, которые там в Англии они пошли. Все такие интересные, ускульные. Здесь в оригинале где-то что-то подделано, восстановлено. Это нашего сотрудника машины. Она здесь зимует у нас. Ты куда? Так нам туда, мы же оттуда приехали. Что, я знаю куда, пойдемте. У нас есть местный. Тут, правда, что-то тусовка какая-то жесткая. Что происходит здесь вообще? Классно. Вот же они. Где-то сейчас Семен сидит такой, а я зачем прилетел вообще? Вот же они. Вы видите такое поле с определенными кубиками. Здесь уже написано «Создай команду». Я надеюсь, что у вас команда уже сплоченная есть, созданная. Поэтому вот проходим со мной на эту сторону. Сейчас ваша задача будет собрать из этих кубиков лабиринт. Он должен быть полностью связан. Эти трубы должны быть задействованы. То есть, например, если здесь есть лабиринт, то, наверное, примерно эта деталь сюда вписывается. Каждый кубик должен быть взаимодействие с другими кубиками. И начало лабиринта у нас находится здесь, выход находится вот здесь. Какая-то суета вообще. Знаешь, самое лучшее, когда ты ничего не делаешь, все делают за тебя. Вот, смотри. Какие вы умные! Сколько это баллов? 4 балла. Может 5? Нет. Пожалуйста. А где вы на 5 сделали? Вот скажите, в чем машина? По времени. Как вы красиво это сделали? Если бы сделали на минуту быстрее, то было бы
опять. Ну мы же сделали красиво. Все нормально, хватит, пойдет, отлично. Ребят, смотрите, следующие точки запоминайте, ваш адрес. Где бы то ни было. Пацаны, что вам больше всего нравится? Из этого. Граната. Я так как гранат выбираю. А еды нет у вас, да? Ачивка после каждого квеста покурил. Ты почему не поел? Я ел. У меня времени не было, например. Тоже. Я суп угнал на финальную точку. Мы очень... А меня в самолете покормили. Ну что, готов прокатиться? Тогда вперед. Гамма по левую руку, неоновый лак для ногтей. По правую держи курс на сопереживающий. Это нам сейчас нужно будет ехать по этому маршруту. На светофоре за ней езжай прямо. Бля, это очень круто. Просто по разъёбу. Кто чё, калаш, где покушать? Ну вы едете, смотрите, а я буду угадывать задания. А чё, может я прыгну в качестве навигатора для Александра? Давай, попай. Снег. Снег, венцы, вот это вот летний. Да, да, я сразу полетел, думал, все, и я с ними попрощался. Понял, куда ехать? Да, плюс-минус. Сейчас мы в двух телефонах это будем делать. Тут идет навигация по тексту. Тут идет отгадывание заданий. Ну вот это не он, вот. Нет. Он на нем направо. Сербаковский. То есть там дома в виде букв? Как будто бы да. Круто. Что за разгадки идут у них, а? Ну, птичий бар, он может быть типа KFC каким-нибудь, понял, там Ростикс. Да, прикинь. Че? О! Блин, прикольно. Как они это сделали? Там, короче, в картах вбиваешь адреса, и там дома в виде букв. А-а-а. На картах. Я типа дом, может быть, в виде буквы N. Людей над этим работал, и гениальных умов просто. А, Зверинская улица есть такая. Животное, ага. Мне. И нам нужно налево, да? А, енот банда вот есть, наверное, это оно, да? Антикафе, да, вот нам на следующем светофоре налево. Слоган, слоган, все. Пулит. Да. Так у вас что, есть бей? Мы уже задание выиграли. Можно было Сёму сюда посадить. Угу. Это все из Форсажа? Это из Форсажа. Либо Доминик Торетто. Да, Доминик. Сколько мы там выполнили уже? Это последнее. Короче, мы вообще тут что-то встряли. Тут последнее задание вообще никак не поддается дополнительное и основное. Там что-то пацаны вообще не знают, куда ехать. Но это круто вообще все сделано, но мы пока ничего не поняли. Мы слишком пыдляли. Они специально запутали, типа, чтобы мы тут по району, я так понимаю, наверное. Да, наверное. А если бы у нас не было телефонов? Было бы все тяжелее. Ну, получается. Да сейчас бы раскрыли бы карту. Может быть, так-то и получилось бы. И типа... Саня, вот сюда направо, вот сюда, смотри. А можешь фонариком посветить там? По идее, это улица, от которой мы должны были повернуть налево, от оранжевого этого светофора, если вы прочитаете. То есть мы должны вот были... Смотри, М-ка, М3Е92. Ну тормоза, что там? Не М-ка или М-ка. А по сигналу пусть назад. На Брайдок, смотри, на Брайдок. Нормально, давай, открывай. Не, М-ка, М-ка. Тачка-бомба! Крутая! Это BMW? Охуенно, я на супре так же езжу, охуительно! Я так чисто выглядел. Вы снимаете что-то? Ну? Да. У нас Dark Side Experience. А? Сколько у тебя подписчиков, Сань? 50 тысяч. Дрифтом занимаемся. Ковши топ. Давай, слева. Тупо доебали. Такие, уно, Брайдок! Вот человечек просто нажимал на ссылку. Писал текстики и попал сюда. И теперь сидит в X7. Поднялся. Сайдмастерс. Нормально, да. А что мы стоим тут? Слушай, мы проголодались. Мы заблудились. Нам, благо, в офигенном X7 очень тепло и комфортно. Но мы заблудились, и от этого очень плохо становится. Сейчас покушаем и... Красивый, давайте я сфоткаю. Телефон давай. У меня кнопочный, не заработал, но нормально еще. Портретов?
Так, короче, закупились сочниками, чокопайками, энергетики пошли, но так уже и получше как-то пошло. Мы приехали. Как вы видели? Они поставили транзит со светом, чтобы калаш не пропустил флажок. Это как в игре так-то. Гейм-дизайн. Вот же они, наконец-то. Тут уже, наверное, просто не верят, что мы приедем. Не, последний, да? Это последний квест, да, получается? Нет. Ну, не в вашей жизни. Вот сейчас пойдет новый набор. Можно уже писать? Да. Пишем. Кто за какой цвет отвечает? Я за красный. Использовать? Да, я. Ты синий? Я синий. Ну что ж, смотрите, теперь у вас есть вот такой кроссвор. И вот такие подсказки. С помощью всего этого нужно недостающие слова вставить и получить главное слово. Достающее. Достающее. Первое слово, белый стоп, третье слово. Экстрим. Куда писать? Давай. Если вдруг вам хватает буквы, вы понимаете, что это за слово, вы можете это слово угадать. Все. Мы это сделали за кратчайший срок. Ну, по-моему, сам быстрый. Ну, тут быстрые, а ехали дольше всех. Ехали дольше всех. Мы не во всем такие быстрые, вот, ну, мы вас долго искали, если честно. Хорошо, 4 балла ваши заслуженные. А максимум сколько? Максимум 5. А мы же очень быстро, почему не 5? Вы все-таки пользуетесь подсказами. Ну, тут некоторые по 2 получали, поэтому не переживайте. Да. Ваш маршрут лежит... Так что это вдвое больше, чем других. Следующий ваш путь лежит через вот этот конверт. Все, окей. Следующее ваше задание здесь. Здесь ребус, здесь зашифрован адрес. Спасибо вам за такой класс! Вот нам все нравится. А, покурить? А, покурим и покурим? Конечно. Мы еще ждали. Я вперед, меня укачало сзади. Надеюсь, дальше не надо будет так долго ехать. В данный момент осветителем автокультуры местной ты будешь, да? Да. Это целый проект. Это проект нашего босса. Стенд там просто жир, жирющий, обвесы, все кастомные, 22-е диски, тормоза, выхлоп, все здесь делалось. Выскил полностью и красилась, и обвес ставился, подгонялась, варилась полностью здесь. Она еще находится на стадии сборки, достаточно уже долгое время. Но мне кажется, к какому-нибудь сезону на выставку она залетит. Она полностью выставочная или типа вот как а-ля Супра? Нет, мне кажется, полностью выставочная. Она не ездит по дорогам вообще, по зоне практически вообще. Не, Evolution стоит, там владелец решил разобрать его полностью до гайки, покрасить и заново собрать. То есть человек фанат раллийных тачек японских. К-72, типа такой олдскульный мод, собран весь типа на оригинале. Не знаю, насколько это правда, но собран очень круто. Даже там ребята, которые понимают больше мотоцикл, говорили, очень олдскульный, прям трушный, так сказать. Проект тоже какой-то долгосрочный. Слива 15-я, она на каком-то лютом расширении, вот такая она немножко грязненькая, полностью разобрана и где-то тут, короче, по всему. А она под какие-то соревнования подготавливается? А, нет, это чисто под стрит. Хотя, может, и под соревнования, я не знаю, точно сказать, не могу себе. Здесь происходят все волшебные действия наших маляров, кузовщиков, вот. Небольшая экскурсия по Illskill. Не только кальяны. Если вот кто-то думает, как это все выглядит, то примерно вот так. Тут вот есть... Пишется задание, на которое не фокусируется, и ты пишешь в бота просто ответ, и он тебе пишет, верно или нет, а потом выдает адрес. Защита. О, защита у нас, смотри, последний адрес остался. Где ты, воин? Сколько у нас заняло времени полный круг? Минут 5? Ну да. Если ты еще за 5 минут не проедет, будет вопрос. Держи. Спорткар? Мустанг? Да. Помогай 3 раза. Нет, там какой-то усатый вообще. Мы сейчас будем просто всем тупо моргать 3 раза. Ну, блядь, спорткар. И сейчас чел такой, чё ты? Если он остановится, типа где-то на... Это всё, не моргай больше, не моргай. Не уверен, мне кажется... Там просто... Там наклейка должна быть, не уверен. Нет, подожди, останавливайся. Подожди, стой. О, да. Герой. Да подъедь к нему, подъедь к нему. Привет. Привет.
Видите код? То что? Код забиваете. А. Давай, давай. Мы готовы. Другой раз? В другой раз? Спасибо. Не-не-не, еще рано. Сначала вбейте его, потом узнаете, что делать дальше. Вы окно там докрутите. Все, вбили? Да. Прошел? Да. Выбирайте задание победить. Как интересно. Да, готов. Последний рывок без пробелов. Последний рывок без пробелов. А вот теперь вам на финиш. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. А что, адрес конечный, что ли? Да. А надо... там адрес бил? Только надо отгадать эту точку. Да, это, блядь, телскилл, ну камон. Ну, понятно, ну, надо просто надо забить точку. Да. Ну, давайте скажу. Чтобы у нас было правильно. Точка на карте или как? Да, можешь дать точку координаты на карте, сейчас разберемся. Натоптал. Лёх такой тип. Скажи вообще, что вы с ним делаете? С кем? Какая с Бордой? Да. Ну, в общем, нам его выдали, говорят... На целый день, вот вам, играйтесь. Вот мы его возим по Москве. В гаражах были, в подвале были. Теперь вот в каком-то автосервисе, какой-то дорогодоллар, вон тут какие-то машины стоят. Ну, в общем, мы с ним гуляем, развлекаем его по всей, просто как только можем. А он нам в ответ, вот на эту мохнатую, покажу, на эту мохнатую, короче, рассказывает нам истории охуительные из жизни. А у нас была его GoPro, мы столько говна наговорили вообще. И я в конце даже, когда мне уже, знаешь, я устал извиняться, что мы записали все гафуни, я просто сказал, пошел ты нахуй, вот. Но знай, это Егор меня попросил. Благодарю. Блин, там столько всякой какой-то говна просто, 16-минутного, блядь, такие, ой, блядь, включена, что ли? Вообще, как тебе мероприятие вот это? Слушай, балдеж. Вон, взялись с какими-то ребятами, встретились, которые смотрят наши контенты и провели время. Круто. Когда бы еще вот эти ребята, подписчики, с нами потусили, да? Когда бы мы еще с вами увиделись, вы же все вот в этом, где море вот это, где сувлаки вкусные. А мы в Москве потусили, кайф. Семен, смотри, после вот этого, да, после этих камер, ВХС-ки появились, да? А после них, знаешь что? О, на диск уже пишешь. Бля, сильно. Уже на кассету даже. Сильно. Так и что, аварии были, нет? Слушай, короче, один момент, мы подумали, что перед нами стоит Маня. Но мы с ней достаточно хорошо общаемся, я думаю, а обгоню-ка я ее вот так по встречке встану. И мы подъезжаем, и я такой, а там мужик какой-то. Я такой... Ладно, нажал на газ, хохочу, уезжаю от этого мужика, типа, говорю, вы проиграете, и подрезаю женщину на Солярисе. Мне понравилось ездить на танке. Делаем ставки, последние мы или не последние? Последние точно мы приехали. Ну да, потому что последнее что задание, уехал. Вот, которое с мустангом стопудово. А, ну да, потому что он уже уезжал. Он уже уехал с маршрута. Первые ли мы по итогу? Вот в чем вопрос. В баллах? Да. Мы не угадали последнее дополнительное задание. Ну. Кажется, его кто-то отгадал. Мне на самом деле реально интересно, что там за отгадкой, как ее надо было отгадать. Есть вариант, что мы по баллам еще можем что-то выиграть. Ну что? Мы приехали? Да, мы приехали. Мы первые. С конца. О, никого нету! Вот же он, Семен! Привет! А ты снимала? Привет. А ты тут замерз уже, да? Да, я тут часа два стою на улице. Классно он снимал контент. Да, да. О, мы не последний! Нет. Не последний. Не последний. Только да, подъехали? Вы последний. Да. Ну, значит, мы не сильно опоздали. Ну, как тебе ночная Москва? Прикольно, на самом деле, понравилось. Короче, мы отгадали все, из дополнительных заданий только одно не отгадали. А так мы, короче, почему мы так долго? Мы спотыкнулись на одной миссии, где-то примерно третье задание, мы просто все, мы как-то тупо вступили и не смогли, и мы часа два с половиной ездили, просто по кругу. Мы, короче, все время думали, что ты, ну, просто тут сидишь три часа и такой пу-пу-пу. Они сейчас отгадают. О, блядь, вы чё ходите, блядь? У меня заняло это одну минуту. Я же говорю, там супер просто было, ну типа, вообще очевидно. Чувак, они полчаса ехали, гадали. Моя аудитория, мои пацаны, самцы лучшие. Так там типа, ну в смысле, просто ты открываешь. Они разгадали? Ну вот, да, судя по всему. Тогда давайте обмен. А все, они уже отгадали. Я же 3 минуты это отгадал. Ну что, мы можем начать интригу. Я напомню, что у нас были определенные критерии для того, чтобы
вообще оценить успешность прохождения квеста. И это, я об этом говорил еще когда мы в Rockstar сидели, что это не скорость. Не надо было гонять, не надо было пытаться успеть впереди всех, потому что самым важным было набрать максимальное количество баллов. И давайте посмотрим. Ну давайте, давайте немножечко к... Громкости на... Дава! Или Маня! Или Никитос! Ну, в общем, давай, раз, два, три. Ты переключаешь слайд, а я показываю, кто победил. Раз, два, три. Сайдмастер! Победители карты квеста! Всегда первые! Поздравляю! Что я могу от себя сказать? Движ был мощный. Вы очень активные, вы очень крутые чуваки, все очень... Крепкие парни, которые знают толк тачных и уже знают толк о нервной культуре. Чуваки, пару слов вообще, какие эмоции, как квест, вообще каково это быть победителями в новом испытании? Слушай, очень круто, очень классно, мы так сильно кайфанули, мы последние приехали на эту локацию, самый последний. Но, как видите, если ты последний, то ты можешь быть первым в любом случае. Мы все в шоке, мы очень старались, и мы реально кайфанули. И спасибо большое за приглашение. Будем участвовать еще. Красавцы! Я думал, что он сейчас зачитает. Он вот так микрофон держал, мне кажется, это победительский рэп будет. Ну что, чуваки, вы получаете от нас призы. Давайте все вместе попомпимся с ребятами. Сюда! Раскидайтесь. А что, влезет еще, нет? Нет, наверное, нет. Офигеть. То, что мы выиграли, вот эти вот два дебила, 3, 5, 10, сколько нас там? Ну, типа, мы реально думали, что мы, ну, хорошо, если не последние. Блин, не а когда первые? У меня просто трясутся руки, это что-то невероятное. Я понял, спасибо, Саня, спасибо Дарксайду за столь прекрасное мероприятие. Точно не зря все произошло. А так балдеж лежу, BMW сила, понял? Вау! А на чем вы ездили? На BMW? На M5? Не, на X7. А, на X7, блин? Сильно. BMW. Бля, надо было не поэтому там брать. Поэтому мы победили, брат. Не, ну нет, тогда заслуженно, все. Ну что, друзья, вот и завершился квест от Darkside. Назывался он Experience by Darkside, где мы победили. Всем ребятам, кто участвовал в нашей команде, подарили по Sony PlayStation, по рулю и по куче разных других подарков. Я вообще не ожидал, что мы выиграем и выйдем с этого квеста победителями. Все благодаря команде, и без команды этого бы не было. Спасибо, что смотрели Sidemasters. Покупайте наш мерч, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до скорых встреч! Слушай, выжили на самом деле. Я был уверен, что не переживут вот эти два дня в Москве, но все что еще походит. На фоне Сваровска, чтобы было красиво. А вообще хотели сказать, что подошло это приключение к концу, и нам очень понравилось. Очень круто, и надеюсь, что это еще повторится когда-нибудь. И надеюсь, что вы кайфанули от этого видоса так же, как мы от этого мероприятия. Все, полетели.